строить отношения с людьми, чтобы нам было всем комфортно. Ну, знаете, у нас несколько тысяч отзывов, 8000 отзывов. В Кыргызстане нет ни одной компании, которая у себя зафиксировала обратную связь от клиентов в таком количестве. Мы готовы в сентябре начать уже плотную работу с нашим партнером. Поэтому как только мы стартанем в Ташкенте, Самарканде, мы начнем процесс именно над Ближним Востоком. Мы надеемся выходить в Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Йемен, Катар. Вот для нас это интересные территории. Это привлекательно с технической стороны. Я знаю точно, что там будет потребность в наших услугах. Я была отдел контроля качества, я была отдел разработок. Этим всем занималась я. В первый же год я вложила 400 тысяч в свое обучение. Но я этого не замечала, потому что у меня было глубокое вовлечение в этот продукт. Это самое замечательное, мне кажется, что может случиться с человеком. И юг Кыргызстана мы тоже будем осваивать для того, чтобы наш супер заботливый, самый технологичный формат сервиса был в каждом уголке, где есть девушки, которые хотят для себя качественный уход за кожей. В торговых центрах Азия Мол, Евразия, Beta Stories 2, iMall, это на Шевченко 80. И вот это 4 студии. И в Алмате у нас находится в районе Самал 2. Торговый центр Алма-Ата, это возле Достоплаза. То есть все они находятся именно в хороших районах, где можно спокойно припарковать машину. Кстати, у нас даже здесь арендована парковка, потому что здесь встать — это нереально, нереально поставить машину. И для клиентов у нас арендована парковка. И я понимаю, что есть народная любовь к нашему бренду.